Я просто решил дать ему другое имя. Потому что Феонор это слишком... серьезное имя накладывает, скажем так. А нам сейчас уже нужна мощность. Дадим что-нибудь такое простое, как угол дома. Тот свет. Мигдов. Воздушный резак. Не сильно эффективно. Осталось немножко исправить одну мою ошибочку. Без труда.
Осталось еще пару чаек поджарить. А, точно, я забыл, же матки пущеводной. Ну что ж, пора эволюционировать. Итак, номер 740. Дельта Гардево. Вид. Уютно притыкающийся, нюхающий и так далее. Тип. Электрический, ледяной. Чтобы защитить своего тренера, он может снизить свою температуру и всего окружения до комфорта. Выпускать искры, когда обнимает тренеров, чтобы они не замерзли. Как это мило с его стороны. Мальчики, как насчет приготовления улицы? Воспринимает все нормально. Все нормально. Никто не тронул подношение. Странно. Oh no! Oh.
Вот стерва. Горит змейка. Лесное лезвие. Так, все, шугальки. Хотел рыкнуть, но не удалось. А скалу вывеси. Молодец. Ну что ж, теперь оскал эволюционировал до Фокса. Теперь это огненный пси.
крайне любопытный. Номер 655. Делфокс. Вид. Лис. Тип. Огненный. Пси. Используя пси-способности, он может создать огненный вихрь с температурой 5400 градусов по Фаренгейту, сжигая врагов, которые попали в этот вихрь. Он еще и какую-то мелодию напевает. Милейшей души создания. Поехали дальше. Да, куда у него палку дели, кстати? Нашли один из этих шаров, который можно кидать. Только храбрейшие из путешественников могут вынести на себе тяжести пребывания в пустыне. Уэйн хочет сразиться. Правильно. Так, камень, земля. Блин, давай разомнемся. Бульдозер. Это снится. Мароварка и так скорость низкая, а тут она еще сильнее просела. Самоуничтожение. Полнейшее средство. Аскал получил опыт. Послал Майру. Так, это сталь. Земля, что ли? Или камень? Ау. Что ж, придется вызывать Сиренус. Взял защиту. Ха.
Но это парализовало, он может быть, сможет двигаться. Защита просела. Он теперь поменял защиту и атаку. Он себе заработал паралич. Защита еще сильнее просил. Ронять камни. Ух ты, зараза. А почему тебе не стать путешественником? А, разве ты не путешественник? Это же запрещено. Если мне это было нужно. Ладно, сейчас вернемся, подлатаем всех. Короче, давайте это вырежем момент, это долго, муторно и нервы тратит. Ну что, продолжим наш путь по этой пустыне. Ну что, кто-то вроде такой же юный, как ты, быть в пустыне. Это может быть опасным местом. Любитель руин Индиана хочет сразиться. Послает Лукарио. Лукарио использует костяной рывок. Все получат... А, Паскал получает, так он не стальной. Но разве эта атака не есть, как сказать, символ этого Маравака и Кубона? За 32 уровня. Да, а ты хорош. Не обращай внимания на меня. Ладно, поднимайся. Полезно.
временами, когда люди находят, когда люди проходят через пещеру бури, люди могут найти унесенные ветром вещи. Шахтер Брейди хочет сразиться, послать Торку. Так, огонь, земля. Это увеличивает свою защиту. Защитился тоже. Галит. Я лучше поменяю на... Маравар. Сегодня вы назад 36 уровня. Зверь. Болен. Нет, менять не будет. Землетрясение. Ты не можешь забрать мои деньги. Я тебе это не позволю. Но ты выплатил 2400 покедолларов. О! Ты что-то полезно. Пользователь рассказывает свои цели секрет. И цель теряет способность концентрироваться. Редкостный бред, на мой взгляд. Что
что здесь вообще делать? Я только так загрязняю одежду. Логично, что тут мы забыли. Богатенький парень, Дарк хочет сразиться. Кусать гуми. Собирается послать ДДМ. Куда пойдем? Минск. Заряженный луч. Заряжен луч, подстегнул способности. Кира. О, как же этот Дельта Гардевуар счастлив. Его все делает сильнее и сильнее. Дэн решил передохнуть. Прохрапел засранец. ДДН не просыпается. Дерек собирается послать Делибер. Нет, нет, не буду. Нокаут. Первый раз от 34 уровня. Да, проиграл. Ха! Ты платишь за мою одежду. Меня она застрахована. Я застрахован. Thank you.
таймер. Но чем дольше идет бой, тем лучше этот камень. Эта штука. Нокаут. 38 уровень. Поздравляю, Скал. Хороший этот Duskball. Нам пригодится. В этой пещере множество ценных минералов. Вот почему она привлекает шахтера со всего региона. Леди Тристи хочет сразиться. Она посылает себе сэндвич. Этот лизнул. Ну да, так это темная против пси-то эффективно. Но мистическое пламя сжигает гребную мартышку. Тристи собирается послать Гранпига. Замешательство сам себе врезал. Бед гребаный свинья хочет свести его с ума. Он вырвался из этого дела и врезал свиньи. Не сильно эффективно, правда. Снизу. Прошло то время. Пора бить его. 2, 3, 4. 36 уровень. Эли Тристи проиграл. Может, тебе стоит самому попробовать? Это действительно весело. Надо иметь инструменты и знания, чтобы просто добывать ресурсы. Давайте мы сейчас увидимся скоро, мы сейчас всех подлатаем потихоньку. Ну что ж, и снова пытаемся покорить эту пустыню. Сейчас нам надо подкачать Лукарио. Фу, блин, Риву. Когда он вырастет до Лукарио, он превратится в реально страшную машину. Я смогу ему доверить одну суперсекретную технику. Клюет. Ну, что же у нас в отличие? Мама. Жгарадрас, так. Водный летающий. Ледяной коготь. Быть парализован. Ладно, Сиренокс, выходи. Дождевой танец дождя. Дыхни.
твою мать. Серенок раз до 48 уровня. Поздравляем. Чистокровное свинство. А, уже неплохо. Не решила. Камень можно сломать. О, кстати, у нас же... Он использует драконий танец, значит. Атака, скорость. Черный пояс Адам хочет сразиться. Он после трох. Серенокс. А не хочешь дыхнуть? Или пусть? Трох решил подкачаться. Или лучше сказать пофлексить. Собирается высадить Галлада. Так, Галлад, это пси... Это сейчас... О, так. Пси-фейри. Нет. Это суперэффективно. Танец мечей. Однако есть проблема. Когда он усиливается, но я его накрутил. Ну, тем более Серенок подлатался. Собираться на сока. Сок решил пофлекса. Прошу прощения, я хотел прочистить глотку. Такая прочистка глотки закончится тем, что тебе делали.
Кто? Кто вы такие? Откуда вы пришли? Тише, тише. Не надо паниковать. Мы все друзья. Нечего тебе бояться. Ребята, вы культисты? Чего вы хотите? Я слышала, что ты нашел кое-что очень интересное во время раскопок. Как чудесно. Я просто думала... насчет того, какие мы отличные друзья. Поэтому у тебя не будет никаких проблем, чтобы ты мне это одолжил. И под «одолжил» я имею в виду «отдай это мне». Если вы говорите о свитке, который я откопал, мы не можем его просто взять вам и отдать. Мои дети его нашли, он принадлежит им. Вы не можете просто взять то, что не ваше. Я понимаю, не беспокойся. Скажи, что ты ценишь больше? Этот свиток или жизнь своих детей? Мы заложили несколько зарядов взрывчатки вокруг лестницы позади тебя. Если ты не отдашь нам свиток, то и себе будет очень тяжело выбраться из этой пещеры. Что? Что вам нужно за это? Ну, мы культисты. Культисты неба. Этот свиток содержит детали ритуала для призыва Райквазы. У тебя есть 3 попытки. И первые 2 не считаются. Вызвать Райквазу. Да, отличная работа. Ты просто детектив. Ну, ты сделал свой выбор. Пожалуйста, возьмите это. Держитесь подальше от моей семьи. Очень хорошо. Мы уходим. Приятного дня. Мэм? Мы собираемся делать дальше. Так как у нас теперь есть свиток, мы направимся в Гелиос-Сити. Мы воспользуемся энергией Абура для призыва Райквазы для нас. Шерц собирается нам помочь? Но почему? Давай просто скажем... О, поверь мне. Я умею убеждать. У него есть несколько очень хороших причин, почему он должен это сделать. О. Я почти забыла. Тук-тук. Кто там? Бом. Прошу прощения. Я никогда не любила шутки, которые заканчиваются игрой слов. Вы... Мертвецы не рассказывают сказки, боец. Наши планы остаются тайной, и всегда должны ими быть. Пойдем, Гелиос-Сити ждет. Если это называется темная история, то это чертовски темная. Да, на такой темной ноте. Я думал, можно прекратить на сегодня. Спасибо за внимание.